Всем привет, друзья! Еще раз, как я и говорил, что сегодня у нас с вами будет рекорд, то есть сегодня два стрима. Один стрим я уже провел, он уже обработался и, наверное, уже на ютубе лежит, и вы его можете посмотреть. Ну и вот сейчас второй стрим. В прошлый раз мы с вами играли 3 плюс 2, то есть контроль с добавкой. Сейчас же я принимаю вызовы 3 плюс 0. Также поиграем вечерочком. Пообщаемся, поотвечаю на вопросы между партиями. И давайте, я, значит, сбрасываю сейчас таймер стрима. Вы напишите, опять же, как меня слышно и видно. Вроде бы даже появился курсор, как мы видим. Я починил, вроде бы, что-то даже. Видите, мышка появилась. В прошлый раз у нас мышки не было. Мышка куда-то исчезла. Ну и сейчас, вроде бы, все работает. Так, картинка, вроде бы, тоже стала гораздо лучше, потому что... Освещение, теперь уже на улице нет яркого солнца И получается так, что здесь освещение нормальное теперь Так, только вот, вот эта сторона, да, меня сильно засвечивает Ну, хотя, в принципе, нормально Пойдет, можно, конечно, отодвинуть освещение немножечко Ну, ладно, мне кажется, и так, в принципе, картинка достаточно четкая Так, пишут, все работает, да? Отлично, друзья Ну что ж, начинаем вечерний стрим Сбрасываю таймер стрима. Приветствую Сергея, который на первый стрим не попал, но на второй, как и обещал, заглянул. Написал, что он пока здесь вроде бы ненадолго. Ну, что-то там, Сергей. Как себя, кстати, чувствуешь, Сергей? То есть... Выздоровел уже или еще немножечко хвораешь? Так, пока я таймер стрима сбрасываю. Где этот таймер стрима? Вечно я его теряю. Так копировать. Раз. Таймер стрима пропал. Сегодня у нас 14 декабря 2022 года и второй стрим подряд. Вот такая вот штука, друзья. То я обычно очень редко стримлю, то, видите, вот сегодня сразу два стрима решил бахнуть. Что-то какой-то форс-мажор. Только начал выздоравливать, теперь сухом какая-то хрень. Так, в принципе, нормально. Не, ну с ухом это понятно, это значит осложнение, скорее всего, на ухо пошло. Так, ну что, поехали. Смотрим. Пятая в Глеб. 3 плюс 0. Поехали. А куда он делся? Так, я нажал принять, а он пропал. А, потому что его опередил Александр М2022. Блин, что за фигня проводится? Нет, сейчас Александр не 3 плюс 2. Поэтому твой вызов я отклоняю, а вот Питаев Глеб 3 плюс 0 принимаю. Отлично. Спасибо, Олег, за возвращение теоретического видео, в особенности за Гамбит Мора. Продолжайте разбирать этот замечательный вариант. Ну, проблема в том, что если мне нечего сказать, например, да, вот я не играю, допустим, например, Гамбит Мора за черных, то мне приходится вот искать какие-то источники информации, рыться в базах, рыться в дебютных книгах, находить какие-то интересные варианты, и это очень сложно на самом деле все делать. Понимаете? Я же не знаю, какие там еще могут быть варианты. Поэтому по Гамбиту Мора я даже не знаю, чем еще вас удивить. Потому что я уже, в принципе, описал два основных продолжения. Первый это ход d6, и второй это ход, соответственно, e6 с идеей сибирской ловушки. Ферзь c2. Ну, тут без разницы, по-моему, рокировка. И все равно черные получают а, во всех вариантах лишнюю просто пешку. Здесь, по-моему, это не столь существенно. Конь e5 меняюсь с удовольствием. Так, и вот теперь здесь надо просто отойти на поле g6, чтобы не было хода f3. Тогда конь отойдет на поле d6. С4. Так. Можно, конечно, побить. Там будет f6 в конце, и я фигуру отыграю. Да? Можно даже cd побить, как ни странно. Ну, проще, наверное, c6. Подкрепить. Так, не забываем, что у нас фолгорубство. То есть, контроль 3 плюс 0. Поэтому в определенный момент нужно будет ускориться. В определенный момент нужно будет ускориться. Так, конь идет на поле f5. С угрозой конь e3. Водя идет на поле c1. Напали на ферзя. Конь идет на поле c4. Позиция отличнейшая у черных. Мощный конь. У соперника плохой сон, который непонятно чем занимается. Давайте ферзь f6. Тут тоже смахнули. слон е 5 Так, ну здесь ферзь f5, очевидно. Размены нам выгодны. А так готовлю f6. Меняется соперник. И, кстати, наверное, зря. Потому что слон у соперника очень плохой. Да, слон у соперника очень плохой. Водя хочет куда-то на е 5 что ли? Непонятно. Давайте f6 и g5 просто. Не пускает. Ну, позиция все равно приятнее здесь, конечно, у черных, нежели у белых. Давайте так. С идеей сдвоится. Тем более, что пешка лишняя остается. Да. Ну, а сейчас хочу конем отступить и ворваться по вертикали С. Что он будет делать? Куда только отступить конем? На А3 чтобы на b5 да, прыгнуть. Вот он поэтому связывает. Видите, какой хитрый соперник. Давайте водя c6 с идеей коня 5 отступить. Так, коня 5. что у нас получается? Меняемся. Король сюда. Так, ну теперь коня на e6 надо необходимо перевести. А здесь король куда пойдет? Пока не особо никуда и не идет. Король привязан к пешке. Ну а... Так. F4 пока нет ухода. Коня на Е6 надо переставить. Так, коня на Е6 переставляем. Король куда-то сюда идет, а мы его не пускаем. А конь идет на поле Е6. Так, ну здесь А5. Выгоняем короля. Ставим коня. И ходом b 5 получаем проходную пешку. Теперь... Уже просто G5. А, стоп, G5H5. Нет, 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 не надо так торопиться. Поехали. Проходная пошла. G4. Так, он тоже хочет здесь проходную как-то сделать. Ну а как он ее сделает? Никак он ее здесь не сделает. Так, король сюда, 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 сюда. Так, как же нам пробраться королем? Вот в чем вопрос. Надо как-то отогнать короля. Вот. Отлично. Так, ну теперь уже здесь пешечник выигран, потому что здесь он ничего сделать не может. Мы просто забираем. Так, ну и соперник слона, и я побеждаю. Отлично! Побеждаю. Слон против конь. Так, Смотрим, что тут. Играй как пингвин. Давайте, короче, я после каждой партии буду читать комментарии, потому что сразу я их не смогу читать во время партии. Гамбит мор корректен, разве? Более чем корректен? А, так. Дальше. Хорваты вылетели. Да, они проиграли Аргентине 3-0. А, так. Свон против конь. Так, Олег, сыграете ли атаку Левицкого? Будет ли третий матч с немцевым? Атаку Левицкого я не знаю, что это за атака. Матч с немцем не намечается никакой. Если только опять я не выберу летом, например, посетить Геленджик, да, заехать в гости и просто так сыграть еще какой-то матч. Так. Веди пешку быстрее. Так. Да, не надоели фартовые халявщики. А, ну это про футбол. Можно ли опровергнуть гамбит Мора за черных? за черных вы не опровергнете. Вы можете получить крепкие ветки, при, котором, при которых, соответственно, значит, белым будет сложно доказать, что за пожертвованную пешку у них есть инициатива. То есть это, понимаете, это как весы, да? То есть вот с одной стороны на чаше весов у белых перевес в развитии, а с другой стороны чаши весов у черных лишняя пешка. И вот этот баланс постоянно как бы вот так вот маневрирует. И в зависимости от фантазии игрока, который играет белыми, и в зависимости от решений, получается так, что победит тот, кто лучше играет в шахматы. Так, ну что, поехали. Следующая партия. Мурат Чес. Так, 3 плюс 2, во-первых, а во-вторых, с Муратом я обещал, что играть больше не буду. Сергей Ворон Чес, 3 плюс 0. Мурат, я на Мурата обиделся, он мне в прошлый раз издевался надо мной. Поэтому с Муратом я больше играть не буду. G4. Вот это правильно. Дебют гроба Серега сделал нам. Так, давайте C6. Дебют гроба. Сергей вот такой вот выбрал интересный вариант. D3. Так. Ну что, давайте. Конь E7, конь G6. Какой-нибудь такой необычный способ. Надо с Сергеем как-то играть необычно. Конь h4 грозит. h3 не хочет. Хорошему. Будем по плохому. Так. Что дальше вопрос, да? Ферзь f6. Мат в один ход Сергей зевнет или нет? Конечно, не зевнет. Кто ж такие вещи зевает? Так, ну теперь что делаем? Теперь d6, да? Выводим этого слона. g5. Вот так вот резко. Резко. И конь f3, да. Ну что ж, меняться не будем. Хотя там h4 будет. Ну ладно, давайте поменяемся. Так и быть. Уговорил Сергей. Слон e6. H4. Да, ну вот он там накатывает, что-то делает. Так, куда наш конь идет? Давайте сюда. Вот так, сюда. И давайте так. По времени Сергей играет очень быстро и изобретательно. Так. И забираем. И D4. так, c5, слон h3. И давайте, может быть, рокировка. и рокировочка. И он рокировочка. Так, c4 пока нет ухода. d5. d5 может быть есть. Взяли. А, нет, он просто так взял. Довольно любопытно. Так, конь g3, Водя f8. Не успеваю даже вот ничего комментировать, когда вот по 3 минуты вот это, конечно, большой как это сказать, большой минус, да, игры по 3 минуты. Так, коня, коня на f5, наверное, зря пустил. Зря пустил козла в огород. Давайте срочно его отсюда убираем. g 4 так, король b8. Не зеваем, теперь прогоняем. Теперь прогнали коня. канина пойдет канина пошла сюда блин коня 6 хороший ход нашел соперник пешку я конечно заберу но что мне от этого будет я же хотел там на 2 попасть а сергей меня туда не пустил ну ладно хотелось на 2. Так, ну теперь у меня просто лишняя пешка получается. Лишняя пешка. Если я сейчас сыграю ФЕ. Так, а он на е 5 напал. Он на е 5 напал. Тоже хороший ход. Тогда забрали, забрали. И ладья. Да чтоб ты, мышка. А, нет, он конь F6. Ну тогда забрал здесь. Шах. А, нет, не шах. Давайте B6 тогда. Сюда. Так, давайте c4. d3 шах. Так, d3. Срочно делаем проходную. Срочно ведем проходную. Так, если я сейчас конь d4 сыграю, то я, скорее всего, где-то выиграю партию. Так, он дает шах и забирает. Да. Но ну, а теперь пешка висит. Пешка висит. Ну, можно, конечно, d2 сыграть. И вот дальше как конем на e3 попасть? Большой вопрос, да? Как конем попасть на e3? Так, быстрее надо только ходить. Быстрее ходить. 24 секунды. Очень уж я медленный. Так, напал на коня. Давайте тоже напал на коня. 19 секунд. Так, а здесь мы что делаем? Так и так. Да, забрал. Сюда. Сюда. Ай, блин, сейчас насчет шахи. <связывается> сейчас шахами меня начнет Сергей доставать. О! Как я ладью то зевнул. <связывается> блин, какой Сергей, я а? молодец. Ладно, сдаюсь. Все срубил у меня. Ну, не умею я быстро особо играть. А Сергей, видите, очень быстрый. Хорошо. Ладно, поквитаемся потом с Сергеем. Давайте следующий. Велиамидов. Зато быстро идет. Видите, друзья, зато быстро идет. Больше гораздо получится э, шахматистов сыграть. Да где-то там, да, я мог, конечно, выигрывать, но там уже на первый... Я все время, вот моя главная ошибка, что когда секунды на часах, а я все стараюсь играть по позиции. Хотя это полный бред. Разберите вариант забегов против Алапина. Ну, Алапина, он очень крепкий. Лапин, он сам по себе очень крепкий. Так. Сергей Сергея насмотрелся. Так, здравствуйте. Так, блин, не успеваю читать. Что там пишут? Здравствуйте, товарищ Олег с работы. А, это, это Дмитрий написал. Олег, а ты как думал, супер натурала так просто не возьмешь? Так, конь e4. И что здесь дальше? Непонятно. Сон d3 не хочется. Давайте так. Опять в какой-то в какой-то вариант типа Болеславского или как он там это называется. Сейчас ферзь на b3. Потом h3, g4. Так, вот здесь конь e5 сразу. Это вам вызов. Нужно уметь играть против Алапина. Ну а какой? А, Алапин, он просто там получаются крепкие позиции. Там уже ни о какой, а, как сказать, инициативе или атаке нету речи. То же самое, что, я не знаю, изучать какую-нибудь там лондонскую систему, когда уже чисто просто маневры там. Ты сюда, я сюда. Ты сюда, я сюда. вот это я такое терпеть не могу больше всего. Так, ну что, надо как-то ладью подключать. С одной стороны. С другой стороны, надо рокировать. С5. Просто подрыв. Просто подрывчик. Так, ну конь 6 там не работает. Ладно, так. И съели, да? Так. Что дальше? Конь c6 или конь d7? Конь c6. Так, ну здесь то f4 можно сыграть. Так. А здесь мы, конечно, fe берем. Ой, de вернее. И конь где-нибудь на d6 может пойти, но не сразу, да? Соперник просто хочет меняться, продолжать. Ну, кстати, пусть меняется. Что получается? Да, соперник все меняет все, как говорится, говорит, меняю все. Давай, давай ферзей тоже смахнем. Отлично. Теперь эндшпиль у белых просто, строго говоря, лучше. Здесь. Потому что... Централизация. Централизация. Так, дальше вот надо пешку на h4 обязательно прокинуть. И до h5. На h5 обязательно надо пешку докинуть h5 прокинули пешку до h5 что дальше а5 здесь а4 зафикс... фиксанули фиксанули ну и дальше здесь вот где-то прорыв должен быть какой-то но пока нету прорыва пока нету так давайте конь d4 вот такая идея куда-то надо прорваться королем Здесь пока все вроде бы стоит крепко. Давайте королем прорываемся. Так, не пускает. Не пускает. Хорошо. Слон Е7. Так, король сюда. Так, король сюда. Король сюда. Так, задушил просто. Где-то может слон е 3 все время сыграть, но он почему-то не играет. Так, G5. Получится там прорыв какой-то у меня. Так. Так. Ну, вроде как получился прорыв, да? позицию я получил выигранную. Просто вдрызг. Так, только вот сейчас аккуратней. Че, как я играю? 40 секунд, да, хватит мне. Ну что ж, победил. Победил. Так, сейчас подождите, друзья, я узнаю, что там от меня жена хотела. Сейчас я вам включу пока музычку. Как говорится. Небольшой перерывчик, да? Вернулся Что у нас там? 70 зрителей 25 лайков. Друзья, не забывайте Кто зашел, ставить лайки Как говорится, оплачивайте За проезд вовремя Вашими лайками. <свечес> оплачивайте стрим Лайками. Поехали Следующий соперник СССР СССР С 2011 3 плюс 0 Супер короткий 3 стрим Да, ну 3 минутки оно быстро Идет. Много вызовов. 10 10 уже вызовов. Так, а здесь вот D4, да? Это у нас получается сицилианка. Ой, сицилианка, скандинавка. Сицилианка Что вы уже вы, заболтался? Заболтался уже. Так, а если C5? Взял. А если я здесь взял? Он на c3 возьмет, да? Ладно. Хорошо. Взял конем. Так, нет, соперник успеет, скорее всего, спасти фигуру. Если сейчас он уходит конем. Или не успеет. Ферзь 4 шах. Конь c6. Конь бьет c6. Тут как-то любопытно. Конь бьет c3. А, слон бьет c3. Шах. Так, хорошо. bc. Ферзь d7. А если слон b5? А6, конь е 5 Ферзь сюда. Шах, а мы ему тоже шах. Можем тоже шах. Шах на шах можем сделать. А можем слон Е3. А слон Е3 конь бьет Е3. Так, интересно. Хм. Интересно сыграно. Король d 1 тогда конь бьет c 3 шах. Как интересно. Конь Е5, шах. Что там будет на конь Е5? Ну ладно, конь Е5. Шах на шах. Он нам шах, и мы ему шах. Прикольно. c 6 так, ну а вроде бы ничего и нету, да? Взял, взял. Хм, прикольно. Он бьет на C3. Да, он бьет на C3 просто. Так, ну что, в итоге-то комбинация гениальная привела к тому, что я остался с лишней пешкой. Рокировать могу? Могу. Что еще могу? Ну, наверное, рокировка самый логичный ход. Слон b2 еще есть ход. Не совсем логичный. Ладно, давайте рокировка. Слон e6. Так, слон b2. Конь бьет а2 нелогично, да. Так. Теперь на g7 висит. Остренько. Надо мне как-то фигурки активизировать. Конь f4. Так, конь d3 грозит. Конь d3 грозит. Неприятно. Так, давайте быстрее. Сыграл, как говорится, гениально. Остался с лишней пешкой, осталось дожать. Конь f4 так забрал. Забрал. Вадя d5. Может быть, не совсем точно сыграл. А может быть и точно. Так, 45 секунд. 44 блокирует. Так, забрал. Так. А если водя бьет сюда, то водя бьет сюда, да? А, ну да. Получается так, что я ничего не выиграл. Ничего не выиграл, но ничего и не проиграл пока. Ну, у соперника конь скакучий. Какой скакучий коня. А. Жутко скакучий. Так, надо форточку сделать. 28 секунд. Так, да что ж такое? Так. Главное, конь B3 не зевнуть. Так, 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 так. А как же нам коня-то отрезать? От всех этих. Все равно конь вырывается. Так. Конь вырывается. Так, давайте так. Он все равно вырывается. Так, так, так. Так. Фагорубы! Ай! Уже не успеваешь ничего сказать. Потому что флагорубы. Флагорубство. Вот оно. Вот он минус. Ну ничья. Ничья, да. Ох, <laughs> да. Такая вот потная партия, потная катка. Ах, так, Олег, у тебя есть свой клуб? А, есть. На Личес есть. Так, давайте почитаем комментарии, потому что много пишут. А, так, друзья, да, напоминаю, если вы отправляете донат, то пишите в донате ваш ник, и тогда мы с вами сыграем без очереди. Очередь, кстати, растет 10 человек пока. Вот сейчас нормально шлепал. Олег, когда у тебя меньше 20 секунд, делай просто надежные примувы и руби. Да, да, да. Вот я сейчас учусь это делать. Вот последнюю партию я более-менее хоть как-то что-то шлепал. А, с тележкой хожу по складу, лекарства собираю по заказам для аптек. И вас полезная работа за обзор на ЧСБС-17. Я не буду делать обзор, потому что там мало чего отличается от ЧСБС-16. И там, ну, как бы, что, одно и то же, что делать каждый раз. Можно добавиться в клуб, чисто играть в турнирах для зрителей. Так, гамбиту вообще. Так, так, так. Хорошая работа в интернете сидеть. Так, ну ладно, вроде бы ничего такого здесь я не пропустил, никаких сообщений. Так, поехали. Реал Феликс, 3 плюс 0. Что? Надежные примувы делать, да? Надежные примувы. Но это очень тяжело. Это искусство. Понимаете, друзья? Это искусство примува. По-моему, Хикару Накамура целую книгу написал, как правильно играть и рубить флаги в интернете. Если я ничего не путаю. По-моему, Хикару Накамура написал такую книгу, как правильно флагорубить. D5, конь d4. <laughs> Оригинальная штука. Сегодня же был стрим днем. Нет, был. Второй стрим за день. Представляете, друзья? Такая вот штуковина. Так, конь d5, ферзь d8. Что соперник думает? Или он g4 думает? Нет. Конь d2. Конь d2 это зевок ферзя, не надо так было играть, и партия заканчивается. Неожиданно в 10 ходов закончилась партия, да, Реал Феликс, а, -а, -а, -а пишет зевнул ферзя. Поехали следующее, gss55, прям быстро идет, четко, смотрите как классно, раз, 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 очень четко. Только я ничего не успеваю комментировать по три минутки. Лондонская система можно комментировать, да? Лондонская система. Скучная, как ферзь b3, ферзь a5, а 3 Забрал. Так, и сыграл конь d7. Пешку на b7 там плохо брать, на c3 висит. Ну а что тут еще можно придумать? Давайте ферзь. А, вернее, конь e4 напали на c3, да? водя сюда. Так. Пока вроде никак ничего никого не ловит, а пешку хотят у меня слямзить, да? Ну, там проблема, что он... Нет, на b6 можно сыграть, кстати, по-моему. Так, меняться хочет. Ну, давай. Меняемся. И тут меняемся. Все, отлично. На b8 он не пойдет. Там у меня конь как-то вроде охраняет, да? С одной стороны. Давайте рокировка. Слон А6. Грозит слон Б7. Неприятно. Неприятно. Но не смертельно. Ладно. Но неприятно, конечно. Как-то в 8 приходится играть. Да, вот так приходится ковыряться. Ну а что тут еще можно придумать? Здесь моя задача как-то f6, e5 сыграть. Слон, с другой стороны, сейчас у соперника, видите, как находится на b7. Где-то в уязвимом положении конь e5. Просто хочет съесть на халяву пешку. В d7 нет ухода. Да, душит. Душит, смотрите. Ну ладно, f6 надо играть одеваться. Забрали, забрали, забрали. Так, здесь же 5. Сразу. Так, тут, наверное, вырубили. И здесь что мы сделали? И здесь водя бы 8. Ну, хотя бы водя бы 2. Пешка у соперника лишняя. Но хотя бы фигуры у меня может будут активные. Но пешка лишняя. Слон А6. Водя Б2. Пешка сейчас пойдет куда-то там. С6, Е5. Тормозим пешку. Теперь пешка вроде как затормаживается. Да. Все, затормозили пешку. Водя Ф1. Так. Слон А6. Напали на ладью. Но брать ее нельзя. Там c8 ферзь. Но самая другая угроза. Ладья грозит ладья e2. Ладья c2. Так, ну так я хотя бы пешку отъедаю, да, получается просто. Он слон b3. Я слон c... А, стоп, сейчас у него ладья висит. Сейчас у него ладья висит и пешка на поле c7. А как ему ходить? По-моему, он уже проиграл. Все, ему хана. Максимум, что он может сделать, да, это сыграть так, но теперь взял. И проблема в том, что тут не может, да, уйти король. Потому что все защищено. Так, ну все, вроде бы пешка лишняя. Что еще надо? Для счастья. Теперь только скорость. Какая... Ой, он мог взять пешку! Он мог взять пешку, я пешку подставлял просто так. Ой, какой кошмар. Да, качество игры здесь очень сильно страдает, конечно, это бесспорно. Не пропускаем никуда ладью. Так, слоновое окончание. Ну, будем считать, что повезло. Или не лишняя пешка? Ничью соперник предлагает. А, пешка не лишняя, да? Ну, ладно. Ничью соперник предлагает. Ну, не знаю. Может быть, у меня получше здесь немножко. Хотя, давайте, да, ничего, наверное, согласимся. Что тут, че тут, как говорится, рубить? Да. Где лишнее это? Да, действительно, пешки неправильно считаю. Нет, пешек поровну. Да-да-да-да-да-да-да. Я что-то подумал сначала, что у меня вроде как где-то лишнее. Олег, сори за шуточную рекламу. Сейчас нет возможности технически на следующем стриме вашем кину донат штраф. Со смартфона только компа пока нет. Так, пешек поровну. Да, ну что, хорошо сыграл соперник. Wild Ways. 2.356, но рейтинговую послал. То есть, с одной стороны, можно принять, потому что если я выиграю, у меня рейтинг поднимется. С другой стороны, для всех правила одинаковые, поэтому эту партию мы отклоняем. Wild Ways. Не тот контроль. 3 плюс 2. Оптимист. Тоже не тот контроль. Сергей Ворончес. Снова. Так, надо отомстить. Сейчас снова будет дебют Гроба. Нет. В этот раз... Не стал дебют гроба шлепать. Просто итальянку сыграл. Просто сыграл итальянку. И d5. Так, ну что, давайте попробуем запутать сопер, соперника ходом конь e5, например. Соперник, конечно, не запутается, да, потому что все знает. Чем здесь еще его можно запутать? Какими еще вариантами? Да не знаю даже. Нечем запутывать. Давайте рокировка. А, я рокировать не могу. Все понятно. Ну что ты будешь делать, Сергей, а? Семен Семенович. Он мне опять рокировку лишил. Лишил рокировки. Применяю твое же оружие против тебя. Да, только не мое оружие, а я без рокировки. Так нечестно. Рокировать-то я не могу. Как же это мое оружие, если я рокировать не могу? Меня лишили рокировки. Прикольно. Да, но ну здесь фигуру надо отдавать назад. Конь d2 и d6. Да, конь d2, d6. Забрали, забрали, забрали. И король куда там d8. Правда, король d8 слон g5. Да, давайте король d7. То есть здесь самое главное не жадничать. Этот вариант вполне себе как бы ну боевой, игровой, да, можно так сказать. Водя Е8. Да, водя Е сюда. Так, и вот здесь, если я забираю, забираю, он там водя Е7 хочет сыграть. Проблема в том, что у меня там король слабый, поэтому приходится водя Е5 играть. Так. Сергей хитрый, конечно, взял. И просто меняет. Как его? Лишил рокировки. Взял и лишил рокировки. Говорит: Фиг тебе, а не рокировка. Так. А что он наводя Е8? Не понял. Сейчас Сергей доиграется. Уже доигрался, походу. Все. Слон пришел. Слон приплыл. А что фигуру-то отдавать? А потому что нельзя иначе. Потому что вы везде... Иначе труба. Зевок высшей категории, пишет Сергей. Да. Все. Отыгрался. Отыгрался. Все. Закрепились. И начали все съедать. Все скушали. И пешки пошли. Сейчас на всякий случай еще на два съем. Но ну, не дал. Не дал, Сергей, на два съесть. Не дал. Так, стоп. Б2 там. <laughs> не надо так играть. Б2 не надо. Так. Ж6. Забрал, забрал. Так. Ладья. 7 b2 b1 ферзь забрал так, слон наш значит слон сюда так. кстати необычно я сыграл потому что так сюда g6 сюда h7 взяли взяли так слушайте Оригинально я, конечно, сыграл. Сейчас могу еще проиграть. <laughs> Оригинально. С лишним слоном. Слон сюда, h6, слон сюда, h7. Слушайте. Вот Серега дает, а. Так. Вот Серега дает. Ну ладно, на счастье, на h6 нашелся слон f5. То есть b2, Грозит b1-ферзь, поэтому король c2 вынужден ход. И тогда я забираю и забираю. Слава богу, хоть так. Соперник, конечно, может просто h7 сыграть. Серега проведет ферзя, да. Так, ферзь, ферзь. Оригинальные, конечно, позиция сумасшедшие. И начали шахи, да? И начали шахи. и начали шахи. Так, слона подключаем, да, к шахам. Оп! Апа! Сочно! Есть! Если король уходит на h4, то ферзь h2 и ферзь теряется. Фух! Да! Вот такая вот партия. Ну что, друзья, давайте проанализируем. Я хотел сказать, что вот здесь вот Сергей, конечно, меня в свою же ловушку, да, ловил. То есть вот здесь ловушка в чем заключается? Ну, если бы я рокировать еще мог, тут правильно, конечно, играть после ферзь d4 рокировка. Но у меня рокировки лишили, вот в чем прикол. А так здесь, конечно, ферзь f6, взяли-взяли, и вот после ладья e1 приходится конь e4 играть. Нельзя ничем закрываться, сюда нельзя уходить из-за слон g5. Конь e8, ладья бьет e8, это уже давным-давно известно. Король бьет e8, ладья е 1 шах. Теперь если король d8, то слон бьет f6, мат, а на король f8 шах, сюда и ладья e5. Грозит мат на g5, и спасения нету. Все, конец. Задачный мат. Либо сюда мат, либо сюда мат. Поэтому конем с поля d8, здесь, закро... ну, то, то есть, в смысле, королем на d8 нельзя. Надо король f8 играть, тогда сюда шах, сюда и снова ладья e5. Грозит сюда, мат. Снова два хода. Конь е4 сюда или сюда. Опять же, если сюда конь е4, то это очень красиво проигрывает. Конь d2 на взятие ладья g5 мат, а на d6 конь бьет e4 и конь бьет f6 вот такой симпатичный мат. Но это я уже все объяснял в своих дебютных лекциях, давно показывал. Поэтому правильно здесь только сюда. Тогда белые играют сюда с угрозой взятия и снова мата. f5 и здесь водя e7 припечатываем короля. b6, конь e5, слон b7 и дальше форсаж такой. Так, так. Потом забираем сюда. Нельзя уходить на e8, теряется ладья. Поэтому сюда, сюда, шах, сюда и забрал ладью. В общем, вот такая вот... Вот такой вот получается форсаж, и нельзя брать на d5, еще и f3 грозит с выигрышем, еще и коня. В общем, вот такая вот здесь теория, и здесь у белых большой перевес, просто огромный в итоге получается. Сейчас у них просто лишнее качество, плюс еще и F3 грозит. То есть вот эти все, ну, эти все варианты, они давным-давно известны. Поэтому поехали дальше. Демир Юмрук. 1979. 3 плюс 0. Олег, выпил за ваш мат будущий. Поехали. 115 зрителей тем временем, друзья. Сегодня у нас прям просто какой-то рекорд посещения стрима. Посмотрим, сколько мы сможем набрать. Вечером-то, наверное, должно больше быть. Нифига выучили вариантов. А что там учить? Это же итальянка. D4, да. Так, вот здесь D6 и на ферзь B3. Нет, так не играют. Вот Демир Юмрук уже не точно сыграл. Просто остался без пешки. Здесь уже считается, что у черных просто отличная позиция. Потому что... Ну а что сделали белые? Просто уперлись с ваном в пешку. А у черных просто лишняя пешка здоровая. Ну, здесь меняемся, конечно. Конь c5 еще. Шикарно стоим. Так. Шикарно стоим, только что дальше. Надо f5 провести. Надо провести F5. А для этого что надо сделать? Правильно. Для этого надо сделать конь D7 и F5. Соперник F4, а мы ему F5. Забрал. Водя бьет F5. Конь E4. Так, здесь вроде бы все крепко, да? Ферзя. Куда убрать ферзя? На E8. Пойду на f8 надо как-то поставить, тогда ферзя на e7 значит надо поставить. бьет d6 cd. g4. Как? Смело. f5. Так, ну хорошо. Это все конечно очень смело. Так, ферзь h4. Что у нас получается по позиции? По позиции сейчас у меня лишняя пешка. Ферзь f3. Так, ну и держи. Е4. И забрал на h3. По-моему, этот размен должен быть в мою пользу, по идее. Конь f2. Ферзь g3. Ферзь g2. Так, меняться, меняться или не меняться. Да почему бы не поменяться? Можно и поменяться. А что? На C4 висит нормальная позиция. Э, так, только вот конь E4 хочет он сыграть. И это вот не очень хорошо. Так, пока защищаемся. Защищаемся. Пока. Так, теперь надо A6B5 провести. а 6 b 5 Как это сделать? Давайте H5 подрывчик, 4 забрал, 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 так, ну забрал. ну и что в итоге мы получили? отличнейшую позицию получили, да? лишняя пешка, Так, b4. соперник куда-то там лезет, куда лезет непонятно. давайте вадя d7 все защитили. Сюда. Так. Душ, душный какой соперник. Душный. Но душный, не душный, а мат хочет мне поставить. Водя Е7 надо играть. Аккуратно. Как-то усложнил немножечко соперник игру. Ладью на Е4 не пустили на Е4 не пустили. Так. Ну, а куда он там пойдет? Сюда? Или куда еще? Шахов пока матов нету. Давайте сюда напал. Теперь, если водя F7, то шах сюда. Да. А так получается, что мы уже перехватываем. 22 секунды, правда? Опять я. Тут своими причитаниями. Так. Своими причитаниями тут, конечно. Пешка опасная. Ох, пешка опасная какая. Блин. Пешка-то опаснейшая. Да. Видимо, придется отдавать ферзя. Так, вопрос: вот ничья это или нет. С4, G3, G2. Сюда. Сюда. Да, ничья. Есть. Да, молодец, Демир Юмрук. Игра очень хорошо. Заставил меня понервничать. Вот такая вот динамика идет, друзья. Смотрите, как весело идут партии. Хорошие партии получаются. Так. Я бы тут срубил, пишет Сергей. Учитесь, студенты. Так, Велиамидов 3 плюс 0. Поехали. По-моему, я уже играл с Велиамидовым. Сыграл бы ладья А1 и пошаховал бы ладьей. Да, Сергей, ты тот еще флагоруб. А я вот все время зачем-то стремлюсь играть по позиции. То есть, ну понятно, что... Понятно, что по позиции играть, когда у тебя там 3 секунды, это полная чушь. Давайте будем упрощать тогда быстренько игры. Вот так вот просто позицию упрощаем. Хорошие партии, тем временем я с тупым проигрышем ферзя в 10 ходов. Так, опять я тут встал вот в эту вот пассивнейшую позу. Лондон, конечно, вот скучная такая системка дебютная. И Е4. Так. Скучная вот эта система, конечно. на d5 идет. Потом слон на d6. Так. Меняемся. Или конь на e5. Нет, слон h4. Тогда ферзь c7. Конь на f4 может пойти. Так. Теперь соперник сам хочет меняться. Ну давайте коня перебазируем на поле g6. Если соперник играет лондонку, я сразу открываю форточку. Душно, да. Действительно. Так, ну, в этот раз я хотя бы играю быстрее. В этот раз я играю быстрее. Ферзь Е4, конь Ж6. Готов отступать на Ж6. Так, отступаю. Все, контролируем поле Е5. Ну, просто меняемся. Получается просто тяжелофигурное фигурное окончание, опять же, да? продолжаем меняться. Ну а что, для 1493 сыграть в ничью, используя Лондон против 2243, это, конечно, очень даже неплохо. Вот он, вот она сила Лондона, да? Смотрите, друзья. Просто равная позиция получается. Предлагает размен воде еще. Давайте, согласен. Мат хочу поставить и на d2. Может, на каких-нибудь нюансах удастся соперника обмануть. Но нет, король f1 делает ничью. Да, ничья. Потому что так, водя е2. И вот она ничья. Так, так. Видите? Ничего не придумаешь. Играть в пешечник уже рискованно, потому что просто 3 на 2. Рисковать и рубить флаг. Это грязно. Велиамидов знакомый чел, он меня без шансов разносил в Блице. Он не 1500 близко, уровень около 2000. Да, ну такое ощущение, что действительно рейтинг занижен. Ну что ж, ничья, предлагают ничью, согласен. Я его даже блокнул как гуру высшей категории. Велиамидов, да, давайте посмотрим информацию о сопернике. Ну видно, что соперник играет не на 1500. Матвей Вельямидов, Архангельск, Россия. Неплохо. По переписке даже играет. Вот такой вот соперник у нас сегодня был. Так, поехали. Следующий соперник. Виталий Федоров. 1754. Рус Голушко, 93. Какой в очереди? Через два. Следующий Сол БРФ. Потом Дмитрий, потом Русгалушка. Ну, правда, я не знаю, как работает вот этот вот вызов на Личес, потому что он постоянно прыгает. Вот в общем, проблема. Прикиньте, нужно три очка брать в турнире, а тут попадается, блин, 1500ник и выносит тебя в одну калитку. Еще и на стриме опозорился. Так, что у нас тут такое? Это типа у нас этот, как ее? Я хотел сказать, что это почти. Мат легали, если бы конь на c3 стоял. Но проблема в том, что на конь c3 теперь просто будет взятие на поле d4. И как там соперника обмануть? Видимо, никак. Ну, придется, значит, брать и слон е2 играть. Никаких матов легали здесь нету. Я объясняю Олегу пятый раз, как работает система вызовов Олег опять. Но там что-то типа, что если ты активен, и на страничке находишься, то тебя не выбрасывает, да? А вот если ты переключаешь окна, то тогда выбрасывает. Так, рокировка, рокировка. Разносторонние рокировки, это интересно. Слон G5, связка. Оп. Грозит конь D5. Конь D5. Побеждает? Нет, конь D5, ферзь бьет E4. Конь бьет F6. Сейчас жмет F3, GF. Нет, не, ничего не побеждает. Фигня. Фигня. Так. Ну, позиция то хорошая. Теперь конь на d5, если как придет. c6, видимо, надо играть. Нет. Тогда конь d5. С таким конем уже точно. Сопернику будет ловить нечего. Конь сильный. Теперь сюда. Давайте ферзь е 3 На7. Так, незаметно. Притаился. Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Заметил. Заметил угрозу соперник. Так, что дальше? Давайте, ладья d1. Надо коня подкрепить. Так. Дальше что я хочу сделать? Ферзь b3. Ой! Вот так вот поля точно ослаблять не надо. Это серьезнейшая ошибка со стороны соперника. Тут сейчас по белым полям, по белым дырочкам заскочим. Грозит конь c6 уже. Уже позиция безнадежная стала. Не надо так короля ослаблять. Виталий Федоров это очень серьезная позиционная ошибка. Теперь на король b7, ферзь d3. Ну и так тоже уже ферзь c3 и конь c6 грозит. Теперь надо король b7 играть. Тогда ферзь c4. Нет ухода f5. Заберу слона. Грозит конь c6. Вот одна всего лишь ошибка такая позиционная. И тут дырочки белые, да, в опасности. Очень большой, большой опасности белые дырочки. c5. Ну, теперь весь комплекс ослабляется полей. Теперь уже просто все дырочки ослабляются. Теперь конь на d5 просто монстр. Ну пришлось, понятное дело, что пришлось так играть. Но теперь конь на d5 просто монстр. И a4, a5. Просто такой простой план. Но только не сразу там. Ферзь бьет a4. Может он начнет все пешки у меня лопать. Вадя же 8 Теперь хочет соперник, видите, хочет f5. Хочет, но молчит. Так. Давайте ферзь. Не знаю даже, как сыграть-то правильно. А4, А5 надо проводить. Давайте ферзь b 3 и А4, А5. То есть позиция белых лучше, но пока еще все равно надо доказывать. H5. Так, А4. Ну я здесь быстрее просто буду. Сопернику еще надо очень много ходов сделать. Правда, вот ферзь G4. И типа там слон отойдет, и мат будет грозить. Но это слишком долго. К этому времени я уже 10 раз уже здесь успею зацепиться. Так, теперь он хочет на A5 сыграть B5. Поэтому давайте здесь C4. И следующий ход A5 уже. Все, соперник полностью отказался от каких-либо атак. Теперь если ферзь g4, то там конь бьет b6, побеждает. Вот так, ладья c6. Но все равно опять. Конь у меня на d5 все равно монстр. Получается так, что все равно ничего не сделают. Слон h3. Да, вот ферзь g4 хочет соперник сыграть. Единственная, наверное, угроза какая-то. Ферзь g3. Ферзь g4. Но там будет конь e7, вилка. Можно сыграть h3, например, просто. Чтобы ферзь на g4 не пошел. Ферзь бьет h3, нет ухода. Я держу. Ферзь d8. Так, ну а здесь уже просто... Как мы ходим? Давайте ферзь b5. Напали на ладью. Ферзь c8. Так, взяли. Взяли и сочная вилочка. Да, конь e7. Только кто здесь будет быстрее? Конь Е7, ферзь бьет h 3 задумано. Вот он что. Последняя ловушка. Разгадана. Ферзь c 7 подставил уже ферзя. Да, ну, не справился соперник немножечко с управлением. Последняя, кстати, ловушка была классная. Я заметил. На конь Е7 ферзь бьет h 3 И как-то король мой тоже здесь в опасности. Там, правда, конь бьет c 6 шах. И, может быть, даже белые там быстрее мат ставили. Ну, зачем это все считать? Сруби флаг, наконец. Да, срубил. Я ушел из стрима, потому что у меня зарядка села. Пишут. Так, мой позор стоил бесплатно, когда я этому Велямидову слил. Ферзь h3, конь c6. Не, конь c6 с шахом, это понятно. Там король c7 и дальше мат висит. Непонятно на секундах, что делать. 120 зрителей, друзья, и 51 лайк. Пожалуйста, не забывайте поставить лайк. Подпишитесь, кстати, на Телеграм. Там, по-моему, осталось всего лишь два подписчика до 820. И тогда я сегодня выложу лекцию в открытый доступ гроссмейстера Виталия Киселева и мою лекцию из очень интересного видеокурса. Так, поехали. Следующий соперник Сол БРФ. 3 плюс 2. Не тот контроль. Что ж такое? Дмитрий, 1138. Приходится вот так вот, друзья, вас отклонять Потому что вы невнимательно смотрите Называется стрим, прям вот В названии стрима написано, что Играем контроль 3 плюс 0 Так, а с Дмитрием мы играем По-моему, мы уже такое играли Давайте в этот раз с вон G4 Правда, он рокировку еще не сделал Да, H3 Он же еще рокировку не сделал Я ошибся, ладно G4, интересно, сыграет или нет? Нет, не сыграл. Да, действительно, это было очень рискованно. Играть G4. Ферзь F6. Теперь G4 тоже рискованно. Но не так. Так, слон C5. Слон G5 нельзя играть. Ловушка. Слон бьет F3. Уничтожение защиты. И черные побеждают. Слон E3. Хороший ход нашел соперник. Давайте слон b6. <свят> так. Вот теперь конь g6, конь f4 для полного счастья было бы классно. Вроде бы успеваю. Конь g6 очень серьезная угроза. Ахтунг, конь f4. Конь f4, потом ферзь, конь бьет h3. Ну, такая типичная атака. Сопернику здесь нужно подумать внимательно. g4, конь f4. У меня есть промежуточный ответ. Сыграйте со мной, пишет. Так, кто-то там что-то написал, и я не успел даже ничего понять. Я бы так делал и срубал бы. Так, вот Сергей, лишь бы что-нибудь там срубить. Давайте, конь f4. На b6 я даже вообще никакого внимания не обращаю. Тут просто будет матс. Он бьет f3 и ферзь g6. Конь e2. Так, ну тут конь бьет h3, да? Конь бьет h3. Такая тактика несложная. Ну что она мне даст? Он же на b6 просто съест. Правда, пока конь висит. То есть не все так пока просто. Конь g3, да. Отличный ход. Ну, h5 теперь вынужден я играть. Ферзь бьет b6. H4. Ферзь бьет b7. Рокировка. Там страшно. Нельзя брать на b6. Ну, аж 4 серьезная угроза грозит уже. Видимо, надо играть. Король h2 сопернику, да? Да, король h2 найдено. Все четко сделал. Ладно, так. Коня зажали. Но что дальше? Как, как дальше-то быть? Как дальше быть? Слона. На слона напал. На слона напал. Так, ушли слоном. Кстати, тут уже опасненько становится. Если он F4 как-то... Не, ладья G1. Не, ну тут G6. Понятное дело. И поймал коня, да? Или не поймал? Нет, еще не поймал. Конь h6. <laughs> Как-то держится конь. Какой верткий конь. Фантастический конь. Конь h6, типа, и потом конь идет на поле g4, возвращается. Но конь h6 он найдет, наверное. Правда, здесь я уже флаг срублю. Тут уж точно флаг я срублю. Слишком мало времени соперник оставил. Ну, иного хода, как конь А6, и нету. Нет, он здесь съел. Вот так вот просто. Рубанул с горяча. А, теперь типа и на взятие э, я не смогу побить. На взятие не смогу побить. Потому что у меня после водя b7. Ну а что? А там же все крепко, просто на d8 отойду. Взял. Отошел на D8. И все. И время кончилось. Да. Ну что, Дмитрий. Молодец. Играл хорошо, только медленно. Понятное дело, что в трех минутках играть 1138 тяжело. Но играл хорошо. Практически ничего не зевнул даже. Так, Олег, как у тебя дела с мобилизацией? Мобилизовали кого из друзей и знакомых кого-нибудь? У меня нет никого. Так, поехали. Следующая партия. Рузговушка. Вот кто-то спрашивал про Рузговушка. Вот Рузговушка. Олег, ты на 3-0, главное не подсядь, а то с немцем потом сыграешь, флаг срубишь, он тебя забанит. Да нет, ну почему? Я 3 плюс 0 играю на смартфоне обычно всегда. Понимаете, какая штука. Так, ферзь. е ловушка, да? <связывая> ловушка. Ну нет, конь d5 он сыграл. Интересно. Интересным образом сыграл. Ну, конь d5 интересный такой какой-то странный ход. Я, кстати, даже такого не знаю. Обычно там слон e7 как-то играют. Ну ладно. Он b4 шах. c3 там нельзя играть. а 6 да. комбиот f7 нельзя играть. Это такая некорректная комбинация. Поэтому просто пока уходим. Теперь на свом b4 уже c3. Взятие комбиот c3 не будет. Можно сыграть через час. Мне спать надо. Хм, интересно. Оригинальная... Можно, говорит, сыграть? Мне спать надо. Ну, а какая разница? А другой скажет, например, мне в туалет надо. А другой еще что-нибудь скажет. Вас же много. Смотрите, 20 вызовов, друзья. С ума сойти можно. 121 зритель. 62 лайка. Давайте, друзья, до 100 лайков быстренько наберем. Кто еще не поставил лайк? За второй стрим-то надо лайк поставить. Так, русговушка играет медленно. И мой шанс как раз таки в том, что это будет флагорубство. Потому что мы сейчас флагорубим. Может турнир как-нибудь? Да, можно, я думаю, Сергей. Только вопрос не знаю, когда и как. Это надо настроиться на этот турнир. А то со всеми не успеваешь перегреть. Не, мне наоборот вот проще мне по вызовам. Смотрите, вот я играю 17 вызовов. Я потихонечку, постепенно играю. У ушка такое ощущение, что интернет как будто отвалился. Он очень медленно играет. Просто крайне медленно. И почему-то жертвует зачем-то мне пешку. Забрал. Не знаю зачем. Так. Что это? Там же нет шаха. У меня же слон на D2. Что это за донаты? В виде фигур. Рокировка. Рокировка. Да, странный какой-то. Странно сыграл рузгалушка. Так долго ждал, чтобы зевнуть фигуру. Печаль. Ну что, слон бьет d5. Потом уведем коня. Как в случае ферзь бьет c3, а, вернее ферзь бьет c5, слон e3, ферзь a5, слон b3. Ну как-то так видимо, да. Давайте слон Е3. Братья на d5 он не может, слон защищен, а слон сейчас отойдет. После ферзь А5 отойдет на b3. Все, отлично. Лишняя фигура. По-моему, партия должна быстро закончиться. По идее, b6. Так, g4. С идеей g5. Если берет, то водя g1. Есть тут, конечно, идея слон b7 сыграть. Да, ну тогда водя g1. И возобновляется угроза g5. И время уже 17 секунд. И тут шансов уже практически, наверное, никаких. Гаушка мы не оставляем. g5. Очень-очень медленно. Если я себя ругаю за медленность, то вот это вот уже Супер медленность У меня тоже такое бывает, знаете, вот, друзья Играю и не могу сделать ход Вот какой-то ступор наступает Очень часто у меня так бывает То есть вот просто играешь, например Особенно это когда с ночи, например Вот Дмитрий Воронин, я не знаю Наверное, тоже ему это знакомо, если он по сменам работает То есть вот ты играешь в шахматы Делает ход соперник А ты сделать ход ответный не можешь У тебя просто вот какое-то тугодумие наступает Просто вот мозг отключается И все а, так олег я исправил на 3 плюс 0 ник со бреев ждать по новой ну а куда деваться вот следующий Мавар ярославец чес поехали 2162 давайте я сегодня я 3 плюс 0 играю только свои дебюты 127 зрителей 81 лайк давайте до 100 лайков друзья прожимаем коне в 6 а, здесь другая немножко система. Тут немножко другую систему соперник сыграл. Да, вот такую с ходом f3. Вынудил меня на ход f3. И теперь конь f4. Ферзь d6. Так. Ну что, просто забираем слона, да? Ну, там не забираем, там на g3 висит. Такой хитрый соперник хотел меня обхитрить. Но мы не обхитрились. Так, хорошо. Что дальше делать будем? Конь Е4 можно сыграть. Можно ферзь Е2. Нет, ферзь Е2, ферзь бьет d 4 Тогда, фер... Тогда взяли на e 6 Да, ну давайте ферзь Е2, интересно. Интересно закручивается борьба. Конь d5, конь e4 тогда. Пока не грожу снова взять на e6, потому что у меня висит конь. Это я вижу. Но мы крутим позицию по максимуму. Так, здесь надо слон e3 сыграть. И рокировка длинная. Вот тогда будет хорошо. Тогда уже конь на g3 висеть не будет. Конь d5. Да, вот на это я хотел сыграть конь e4. Видимо. Конь e4 бить на f4 не может, потому что на d6 шахом возьму. Ферзь b4, c3. Так. Ферзь c7. Да, но здесь теперь уже на g3-то нету шаха. Теперь я здесь дыру делаю такую страшнейшую. И играю конь g5. На e6 нападаю. Так. Ну вот, начал наконец-то в какую-то нормальную силу я играть. Хоть что-то начал видеть. А то совсем печально играю. Ферзь d6. Ну и все, и рокировка, да? Вроде как нормально. Припечатали соперника. Теперь слон, если выйдет на c4, или, или там g3, слон h3, то вообще будет шикарнейшая позиция e5. Очень опасно. Снова давайте конь e4. Перекроем линию Е и нападем на ферзя. Ферзь b4. Так, ну тут c3. Очевидно, надо играть c3. Тут меня не спрашивают. Прогоняем ферзя. Так, вот что дальше, да? Вопрос. Он на d4 тут навалился. Ну ничего вроде бы страшного-то нету пока. Слон, правда, у меня не играет. Можно ферзь d3 сыграть. Можно слон g5. На слон g5 он съест на e7. Тогда конь d6 шах король сюда. Что там будет, ничего не понятно. Сложно. Конь c5 можно сыграть. Как-то тоже покрепче. Вот может быть конь c5, кстати. А, конь c5 нельзя. Там же он возьмет на e3 и слона 6 грозит. Во, вот что грозит. Ай как неприятно. Разгадал его замысел. Король b1 надо играть. Потому что грозило взятие и слона 6. Вот, так, 44 секунды. Взяли, взяли. Так. Ну что, конь d7. Конь g5. Пока нет ухода. Слон c4. Надо фигуру развивать. 36 секунд. Позиции белых лучше, но. Как говорится. Так, вот этого свона, коня надо связать обязательно. Да, и сразу уничтожить. Сразу же уничтожить. Миссия уничтожить. Так, теперь конь c5. Напали. На ладью. С шахом. 26 секунд. 6 Так, дальше ферзь e2. Если что, там на e7 можно съесть. Ферзь c7. Так, ну теперь и даем просто на e5. Так, e6. д 6 Так, взяли. Взяли. Шах. А, шах. Шах и форточка. 12 секунд. Все, начинается начинается период флагорубства. У! Ай! А, -а, а! Я ферзя подставил в этом флагорубстве! Болран Позиция была выиграна, а я ферзя подставил. Он так еще... Я думал, что он ферзь b7 сыграет, а он сыграл король d6. Тоже мог догадаться, что он сыграет в король D6. Ферзь D7 побеждал, естественно. Да. Ну что ж, ладно. Поехали дальше. Следующий соперник. GFSSC-55. GFSSC-55. Так, лондонская система. 3 плюс 0 не твое. Почему не мое? Можем играть 3 плюс 0. Так, это странный ход он сделал. Без рокировки соперник остался. Ну так, кстати, играют. Иногда. Так играют иногда. Так. Соперник закрывает центр, чтобы не, я не мог его вскрыть. Е4, шах. Это уж он что-то совсем из ряда вон выходящее делает. Что он делает? Ужас какой. Ужас какой. Что он делает? Да. Поехали. Следующая партия. Это явно в зачет не идет партия. Во сколько? В 13 ходов, да, победил? Евгений Бокес. Куда король побежал? 131 зритель, 91 лайк. Давайте, друзья, достать чуть-чуть осталось. Интересно, 150 зрителей получится набрать? Давайте итальяночку. Итальянку я просто буду 3 плюс 0 просто разрывать. Евгений задумался. Да, итальяночка. А здесь он что задумался? А, с вами B6 сыграл. Вот такой вариант. Боковой итальянки. Боковой вариант итальянской партии он сыграл. Ну что? Здесь получается позиция это... Не, ну это безнадежно. G5 или не безнадежно? D5, да? Нет, так тогда точно безнадежно. Все, до свидания. Минус Евгений Бакес. Грозит мат. На 6 конь бьет f7. Приходится отдавать еще ладью, потому что иначе мат. Ну и ферзь висит. Да. Так, ну а здесь мы что делаем? Тут конь бьет d4, он хочет сыграть. И слон бьет d4. Ну, играем слон g5. Так, дальше рокировка. Теперь конь бьет d4. По крайней мере, хода нет, потому что бью на E7. Ну, а так, мат. Нельзя было брать этого слона. Этот слон был невкусный. Так, отлично. 12 ходов. Следующий соперник. Поехали дальше. Демир Юмрук, 3 плюс 0. Смотрите, как весь его пошло, да? Видите, как весело идет. Быстро. И главное, на народу много. И одни и те же люди раз-раз-раз и вызовы высылают. По-моему, Демир Юмрук уже третий раз со мной играет сегодня. Так. Сейчас 20. Стрим идет. Ну, сегодня постримим, наверное, также часика 2. Так, это сразу ошибка. D4 взял. Шах. Он d2. Так. Можно рокировать, да, просто. Можно d6. Можно конь e5. Хм, непонятно пока. Как правильно сыграть. М -м, как же сильнейшим образом-то сыграть? М -м, d6, наверное, я думаю. Пойдет. Надо, надо защитить коня. Здесь берем. А, нет, он на 3 играет. Тогда забираем. Теперь у меня здесь это все защищено, как бы получается. И просто рокировка. Он пешку на d4 съест. Да, пешку он съест. Ну, я тоже. Съем, съем. И ладья e8. Что получается в итоге? Пока ничего не получается. Пока все поровну. Пока все поровну получается. f3. Что ты делаешь? Разве так можно играть в шахматы? шах. Так, ферзь f6. И забрал. Ну, в принципе, пока ничего особо и не добился, да? Ферзь d2. Не, ну ферзь бьет f3. Что это он делает? Это он что-то не то совсем делает. И это он что-то совсем не то делает. Все. Кирдык. 16 ходов. Получается мат. Просто. Так, только надо поставить мат. А мат ставится вот так. Шах и мат. Только это не мат. Подождите. Так, где мат? Где мат? Вот так вот издевательски. Мат на c2. Попробуй защитись. Даже не буду думать и ничего считать. Все, мат на c2. Ну, 20 ходов соперник протянул, это хорошо. Так. Кинь ссылку. Так, так, там что-то обсуждают соперники. Вызов товарищеский бросать или на рейтинг можно? Товарищеский играем. Слон Е4. Соперник делает все, чтобы мат не получить. Игра в поддавки называется. Но мат все равно идет. Так, спасибо сопернику за игру. Следующий соперник Дракон. 457. Вот такой вот интересный ник у соперника. Дракон 457. 133 зрителя, 101 лайк. Отлично. 100 лайков, друзья. Пробили. Спасибо вам огромное. Второй стрим. Пробиваем. 100 лайков. Поехали, ждем дракона. Дракон играет черными и, скорее всего, он сыграет что? Вариант дракона, да? Он же дракон должен играть вариант дракона. Но почему-то дракон не ходит. Дракон написано, что онлайн. А нет, вот он офлайн. Все, дракон нас покинул, к сожалению. Так, бабурьон. 3 плюс 0 рейтинговые не тот контроль. Незнайка 256 рейтинговая не тот контроль. А, дракон пошел. Отлично. Вот видите, как повезло дракону. Пока я выбирал другого соперника, дракон ожил. Отлично. Дракон ожил. Так, ну что мы будем делать здесь? Соперник играет очень так пассивно. Разыграл. Если Е5, то будет дебют Филидора, да? А Е6 это просто какая-то пассивная штука. Крайне пассивная. Ну ладно, чё ж. Будем пытаться сразу же тогда взять быка за рога и наказать соперника за пассивную игру. Каким образом мы можем это сделать, пока не слишком ясно. Ну, надо пережать соперника в развитии, очевидно нападать на пешки. Поочередно вот завязать. Конь Е4 теперь грозить. Ну, позиция белых получше. Немножко получше. Так. На миллиметрик. А может быть и побольше, да? Ферзь f 3 Нападем на коня. Слон Е7. Да, и водя бьет Е5. Вот уже пешка лишняя. Пешечка уже есть лишняя. Уже играть поприятнее. Сон g4. Так, фер g3. Сон d6. Нет, h6. А6. Так, слон бьет h6. GH. F3. Слон d6. Ну, кстати, непонятно, да? Непонятно. А. Так, можно вот так любопытно сыграть. Водя бьет e7. Потом ферзь он бьет f6. И взял шахом. Вот, отлично. Вот это я хорошо сыграл. Это я считаю, что я сыграл просто замечательно. Слон d3 теперь и ферзь f5. Фигуры очень сильные. Ферзь h5. Попробуй как-то защитись. хотя g6 придется играть. И отдавать назад качество. Нет, ферзь f8. Ферзь f8. Ну тогда конь e4. Ферзь g7. Сам хочет мне мат ставить. g3. Так, у меня две фигуры за водью. У соперника очень тесная позиция, крайне тесная. И здесь должно быть, конечно, легко выиграно, потому что на f6 пробивается. Да, на f6 бью. Что у нас тут получается? Бью просто на f6. Или не бью. Или просто на d7 сыграть. На d7, тогда он f5 сыграет. Да зачем? Ладно, не буду выдумывать. Две фигуры есть за ладью. Быстрее надо играть только. А то как-то 1160 проиграть нельзя. Ни в коем случае. Так. Две фигуры за ладью. Ладья еще плюс висит. Да? Сейчас еще и ладью будем ловить. Грозит h4 и f4. И поймать ладью. Король сюда. Поймал ладью. А, стоп, не поймал. Конь h5, потом вот уже поймал. Сначала шах, а потом f4 или h4 и поймал ладью. Да, все, поймал ладью. Или еще пока не поймал? Нет, пока еще не поймал. Ну ладно. Давайте ладью сюда. Ладья e8. Не хочет, чтобы ладья ловилась. 5 27 секунд кстати тут надо быстрее играть позиция это выиграна но надо играть быстрее так. 24 секунды 21 секунда. Так, ну, здесь все. Здесь 18 секунд, и у меня лишняя фигура. Здесь позиция должна быть легко выиграна. Только вопрос быстрее шлепать. Так, есть же предходы, да? Съедаем пешки. Ну все, и пошел, 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 побежал. Ферзь. Шах. 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 Так, шах. И пад поставил. О, как я четко поставил пад. Смотрите, друзья. Пад! Пад, <с> это я четко поставил. Молодец. Дракон. Куда я так спешил, у меня еще было 6 секунд, а я поставил пад. Вот это да. Класс. Четко. А на вебке задний фон стоит. Так, чего? Ну да, естественно. Имеется в виду виртуальный фон, да? Это нарезка на второй канал. Не, 3 плюс 0 не твое. Ну, подумаешь, пад поставил. Так, Ферз бчес 3 плюс 0, 244. Поехали. Ну, мне надо учиться играть 3 плюс 0. То есть на телефоне-то я как-то еще быстро шлепаю, а вот мышкой я играю довольно медленно. 150 зрителей. Так, гамбит мора. Откажет, наверное. Нет, не отказал. Смотрите-ка. Конь c6, конь f3. е 6 солнце 4. А6. Да, вот прям смотрите, как все. Как в лекциях моих, когда я показывал. Все как в лекциях. Только вот ход b5 это уже не как в лекциях. Это уже немножечко другое. Так. И конь 5 Куда это он? Зачем это? Зачем такие истории нужны? Ну ладно. Конь на опять такое себе животное, если честно. Конь на опять такое себе животное. Так. Что у нас здесь? Взяли-взяли конь d5 или e5? Так, e5. Конь d5, так, конь бьет d5 или конь бьет e7. Конь e4 есть еще ход. Так. Что здесь будет? Как-то накручиваем, 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 накручиваем. Задумался соперник крайней мере, хотя бы он задумался. Так, и рокировка сыграл. Просто рокировка. Водя бьет d5, конь f6. Тут уже какие-то матовые атаки надо смотреть. Но пока непонятно какие. Давайте а3. Или водя c1. Пока так. Лучше защитить. f5. 7. Конь D6. c 7. Так. Конь D4. Конь F4. Зеваю. Это вот неприятно. Немножко не туда. Там же на g2 сейчас у меня пролетит. Да, конь F4 он нашел. Молодец. Ладно. 5, g3, h3, король f1. Интересно. Интересно. Ферзь g5. Ферзь 5 g3, Коня h3, король f1. Что дальше? Дальше непонятно ничего. Соперник тоже считает. Я это уже все посчитал. Это я уже все посчитал. Конь c4. Вот он что посчитал. вырубаю. Так, вырубил. Дальше вот вопрос. Надо как-то из-под связки отойти. Давайте водя. d1. Конь сюда. Так, f4. Смело. Смелость города берет. F4, да, здесь забрали. Отлично, теперь вот у меня мощный конь. А у соперника мощный слон. Кто тут сильнее, хрен знает. Непонятно. H6. Так, конь B3. Ладья C2, король E3. Да, король е 3 Забрал, забрал. Теперь на d7. Так, конь d5. Напали сюда и напали сюда. Так. Сосредоточились. По времени уже стоим, кстати, хорошо. По времени-то уже стоим. Замечательно. Куда я так спешу? Скажите, пожалуйста. Взял на 6 просто. взял сюда. Отлично. Водейное окончание теперь получается, да? Ну и вот теперь надо как-то король d3. Так, а3. Так, сюда. Куда это он там? 33 секунды. Так, у нас ферзь здесь пройдет. Спасибо за поддержку, У нас тут а просто ферзь пройдет. Неизвестный с утра был я. Ну все. Фух ты! Выиграл! Отлично! Даже черное время просрочили. Вильтнур поддержал на сумму 100 рублей. Неизвестный с утра был я. Спасибо огромное, Вильтнур. А, Вильтнур еще раз хочет сыграть, да? Так, давайте почитаем комментарии. Давайте немножко отдохнем. Почитаем комментарии немножко глаза влево-вправо, вверх-вниз. А то у меня, когда в одну точку смотришь, глаза потом краснеют. Немножко разминка для глаз. А то я операцию уже на глаза сделал. И так глаза свои порчу. Давайте немножечко я глаза отдохнут. Вот так вот я. Влево, вправо, вверх, вниз. Влево, вправо, вверх, вниз. Вот так, вот так, круговую. Вдали, вблизь, вдали, вблизь немножечко окуляры, как говорится. Окуляры свои потренировать. А то все время, когда я стрим заканчиваю, потом прихожу, смотрю в ванну, у меня глаза такие красные. А потому что вот так вот смотришь в монитор и не заботишься о своем здоровье. Так, Вильтнур. Давайте, Вильтнур это у нас следующий без очереди играет. Где у нас Вильтнур? Вот Вильтнур вижу. 3 плюс 0. Поехали. Вильтнур. Поехали. Отлично. Играем с Вильтнуром. Известный исполнитель Олег, ты крутой. Спасибо. Уже 10 лет как на Ютубе. Уже просто динозавр шахматный. Так, вариант. Снова Болеславского или Боголюбова. Вечно я их вот все время забываю. Эти варианты. Как они называются. Так. Олег, примите вызов X Prophetic X. Личес Arrow. Да, вот такая вот история интересная. Блокировка И G4 здесь надо играть очень так остро. Отошли. Сразу отошли. Теперь на C5 конь D5 там будет, да? Вот такая история. Ну а тут G4. Сразу берем быка за рога. Грозит G5. На H6 H4. А если G6, то G5 и H4 H5. Да. Ну вот так сразу начинаем скрывать линию H. C5 тоже логично. Здесь мы меняемся. 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 И, собственно, все крепко, да? H5. Там, правда, будет слом бьет f3, да? Можно вводя g1 пока. Не будем торопиться. Позиция-то крепкая. Что нам, как говорится, здесь копья ломать? Ну, правда, теперь линия H просто тупит. Просто позиция равная. Вильтнур это какой-то сильный шахматист, у которого рейтинг еще не устаканился, и он играет очень сильно. Ну пока вот как-то он на c3 что-то куда-то там прицелился. Давайте вот этого слона разменяем. Не нравится мне этот слон. Совершенно. Совершенно не нравится мне этот слон. Давайте на предход. Ферзь бьет е4. Ну, не будет он на c3 жертвовать. Что там? Там же ничего нет. Еще раз всем привет. Фартовый халявщик вернулся, пишет Серега. Серега пришел. 131 зритель, 115 лайков. Давайте, друзья, до 120 попробуем догнать. Так, ну что, позиция просто получается окончание. Слон против коня. Ферзь c7. Видите? И вот сопер, соперник просто вот хочет продавить меня здесь по этой штуке. Нехороший человек. Давайте, конь d4. И дальше F4H5 будем. А что еще делать-то? Ферзь E5. Вот поэтому соперник сразу предложил размен. Так. Ну можно поменяться? Почему бы нет? Или не меняться? Что будет, если поменяться? Просто все поменяется, да? будет если поменяться просто все поменяется так если ладьей он слоном да берет очевидно ну что водя е1 надо играть он уходит куда-то там в свою гавань да мы дальше играем f4 правда я ставлю пешки все под бой слона это конечно не очень хорошо ну, а4, конь b5 надо как-то попытаться. водя d5. Вот хороший ход нашел. Сразу пресекает, так сказать. Борется за вертикаль d. Давайте. Если конь f3, то он сыграет ладья f5, очевидно. Когда конь e2. Так, вот приходится как-то корячиться. Ну, если водя d8, то король c2. Тут вроде бы все нормально. Теперь конь защитил пешку. Все, разменяем. И получится окончание. Да, меняемся. Все. Меняем все. Смахнули, как говорится. Быстренько смахнули. Если он не будет меняться, то водя на d7 залезет. Поэтому надо меняться. Да, но теперь получается окончание просто 3 на 2. 3 на 2. Причем у меня здесь, видите, пешки-то сильнее. У меня его пешки стопорят. Так, шах и b3. Надо ли b3 играть? Вот в чем вопрос. b3, ну, видимо, надо играть b3. Сейчас король куда-то там пойдет. Да, не пускаем. Время. Срублю флажок, походу, просто. Просто срублю флаг. Да, срубил флажок. У меня 48 секунд, а у соперника время закончилось, но играл он очень хорошо. Хотя в конце позиции получается, как мне кажется, может быть, чуть-чуть поприятнее у белых. Если им удастся вот так вот выскочить, то тут все пешки у черных пострадают. Правда, и у черных тоже есть серьезнейшие меры, потому что у меня все пешки на белых полях. Ну, в общем, вот так вот в итоге получилось. Поехали дальше. Следующий соперник Велиамидов. Только что же вроде был. Велиамидов же был. Велиамидов же был вроде бы. Олег, играй дебют Дамиана. d 4 Давайте конь f6 попробуем. А то все время лондонская, да лондонская. И конь d5. Вот так вот. Анти-Лондон. Мы играем анти-Лондон, антипозиционно играем. F5. Вообще какую-то, не знаю. Самое главное, запутать соперника в дебюте. Путаем соперника в дебюте. Вот уже просто с самого, как говорится, начала пудрим ему мозги. Так, он хочет шаг дать. Видите, как ушли. Шах не даем. Такой. Получается, гамбитный вариант и d5. И напали на f5. Попробуй защити. Конь f3. А он не будет защищать. Мы просто съели тогда. Ну вот, неплохо встали. Вполне себе пригодно. Конь e4 можно сыграть. Да, он конь e5, да? Там где-нибудь вот самое главное не зевнуть вот этот шах смертельный. Так. Разыграли дебют уже, по крайней мере, необычно. Давайте e6. Рокировать однозначно надо будет в короткую сторону. Опасно! Ферзь h5 какой-то хочет. Опасно. Давайте ферзь f6. Правда, теперь после конь бьет g3, он fg сыграет. Но и в 3 он не будет играть. Ферзь h5, g6, пока ничего страшного нету. Так, что я хочу сделать? Я хочу сыграть слон d6. Потом конь d7. Потом длинная рокировка, да? Конь d2. Вот так вот. Ну что, ну а здесь рубим, да, получается. Бьем. Так, здесь рубим. Здесь мы играем слон d6. f4. Все, отлично. Все закрылось. Теперь можно просто рокировать. Правда, пешка на e6 слабенькая, да? Ну ладно. Поехали. Рокировали. Взял на f5. А здесь, кстати, могу взять пешкой тогда. И уже не будет пешка слабая. Действительно. Вот. Шикарно сыграно. Считаю, сыграл хорошо. c3. Да, ну теперь c6 просто. Подкрепили пешку. Самое главное не зевнуть конь d7. Вот что самое главное не зевнуть. Как это не зевнуть-то, блин? Прям так и висит, как дамоклов меч. Этот конь d7. Ферзь плохой блокер, если брать пешкой. С другой стороны, а что делать? Придется, видимо, брать этого коня. Очень сильно мешает. Ферзь плохой блокер. Ну ладно, может быть, конем удастся заблокировать. Ферзь f4. Пока все крепко. Теперь коня вывели. Если получится сыграть Вадяев f7, водя 8 потом конь f8, ну не получится, да, видимо, или получится. Давайте смотреть. Ферзь плохой блокер, ужасный просто. Так. Пока куда-то вот он там все крутит. Крутит, мутит. А я по белым полям. Мы в шашки играем. <laughs> У него слон белопольный. Мы играем в шашки. Так, конь f8 можно сыграть. Все будет защищено, да? Но можно и h6. В принципе, ну h6 он слон d2. Не хочется ослабляться. С одной стороны. Давайте конь f8. Защитились. Вот баррикады построили, да? Ферзь g6, предлагаю размен ферзей И конь идет на e6 Вот если конь на e6 придет, будет идеально просто Отлично Ну-ка, конь сейчас на e6 как придет Вот, пришел конь на e6, отлично У меня просто шикарная позиция g5 и f4 Только у меня 20 секунд Я как-то очень долго продумал Надо было быстрее играть Тормоз Тормоз. Так. Так. Ну тут я вне опасности. С такими пешками. Скорее всего, вне опасности. А может и в опасности, да? Нет, все-таки в опасности, видимо. Ай! А, Да что ты, какой я медленный. Велиамидов этот скоростной ужас какой. Да, прав Сергей Ворончес, Действительно, этот Велиамидов это какой-то э, казачок. Причем, который специально слил рейтинг по всем фронтам. Играет он явно не на 1493. Это уж точно. Какой-то казачок долг собираешься отдавать, Олег? Какой долг? Не понял. Великий и ужасный какой-то долг собираешься отдавать. Какой долг? Я никому ничего не должен. Из ферзя плохой блокер немцев блокирует лучше. Но у меня потом конь появился. Сменил, как говорится, на... Так. Пешку уже сразу выиграл в дебюте. Если я скоростной, то я вообще пингвин. Ну, уровень, да, намного выше. Это действительно, ничего не скажешь. 1493. Зачем он так прикалывается? Это, конечно, большой вопрос. Так, шах. Какой-то шах. Сделал какой-то шах. Так, теперь грозит сюда как защитить. Пункт на поле f2, как защитить. Конь h3 не защита. Ферзь e4, шах. Ничего не понятно. Давайте крутить. Ферзь e4, шах. Слон e6. Так. Теперь как играем? Конь d5. Напали на ферзя. Взял? злодей такой. Взял. Ах, он же с шахом взял. Точно. Ну ладно, отошел. Прикольно. И рокировка. С4. Так, стоп, С4 нельзя. А если так? А блин. Что я наделал? У меня же король теперь дохлый c4, с d5, cd. Ай. Что я наделал? Я же не могу взять ферзя. Эй, баран. с 4 придется играть. Тогда конь f6 еще. Конь f6 еще добавит. Ой, безнадежную получил позицию. Лучше сдаться. Да, сдался. Питер Кляйн. Да-да-да-да-да. Все плохо. Очень плохо сыграл. Зевнул, он бьет и в два шах. Ну, бывает. Вот так вот бывает. Поехали. Следующая партия. Ермаков, 68. Некоторые партии бывают плохие. Шахматы Сергей Жигалка. О, привет, Сергей. И Сергей к нам Жигалка, смотрите, зашел. Ермаков, 68. Питера Кляйна знаю, пишет Дмитрий Воронин. А, это был Хикару Накамура, да? Понятно. Это был Хикару Накамура. Так, Ермаков 68. Пока не дал рокировать никуда сопернику. Олег, вперед, нужно сочно в нашу честь. Да, стараюсь, Сергей, постараюсь. Постараюсь так больше не зевать. Как я сегодня уже зевнул. Так, ну, вроде бы позиции нормальные. Сопернику надо как-то рокировать в длинную. Тогда я сейчас b5 сыграю. Я следующий, пишет Реал Феликс. Кто следующий? Да, Реал Феликс. Ферзь е2. Ну, как раз под длинную рокировку, да, ну, b5. Очевидно, надо b5. Чтобы попытаться хотя бы достать его и на королевском фланге. А тут ферзь f2, соперник. Вот такой интересный ход изобрел. Странный, но интересный. То есть. А если конь d4? А, нет, просто взял. Ну так я взял пешкой. Теперь на конь Е2. Ферзь бьет c2. Конь d5. Так, ну где-то что-то близко. Но пока еще не близко. С6 можно сыграть. Можно слон b7, можно слон е 6 ну, слон е 6 В принципе, смотрится тоже неплохо. B4. Надо ли играть b4? Кстати, да, b4 надо, видимо. Ферзь d6. Ну, а что дальше? Конь уходит. Я на B, на съем на b4. Мне кажется, b4 это было лишнее. Теперь конь f4, ферзь бьет b4, шах. То есть соперник сам себя загнал. Придется пешку отдавать. Нет. Как-то соперник вообще сжадничал. Что это за ход? D c6, конь f6 шах, это понятно. Это понятно. Ну, можно просто съесть. На ферзь бьет d5, ЕД, а на взятие шах. Тут король будет гулять. С таким королем тут каши не сваришь. Так, шах. Немножечко шах. Так, и вадя е5. Сразу нападаем. На пешку. Наваливаемся на пешку. Фортовых халявщиков, что там пишут, сегодня много. Так, давайте попробуем, может быть, при ферзях атаковать. Шах. Король сюда. Смотрите, как король побежал. С6. Пока нет ухода. Ну, король, конечно, у соперника очень прикольный. Давайте так. Король какой-то соперника слабенький. Так. Забрал. Забрал, забрал. Так, вот как дальше продолжать атаку? Где наша атака? Где наша не пропадала? Водя Е8 не грозит пока. Мата никакого нет, ферзь а6. Так. Ну что? Ферзь. Вадя, значит, водя c8. Дальше. C8. Вроде бы никаких матов нету. Ничего. Все, все держу. Очень красиво, водя E5. Очень красиво. Брать нельзя. Так, что можно сделать? Ну, можно так. ферзь c7. Так, ферзь c6. Ферзь c5. Ферзь бьет g2. Ферзь g1. Ферзь c6. Ферзь c5. Так, ферзь f6. Так, связка. Так, связка, связка. Форточку надо сделать. Форточку надо сделать. 9 секунд. Ой! Лен, он же развязался. Так, ой. Ой. А вот так вот. Может, флаг срубим? Да, флаг срубил. Есть версия, что надо играть быстрее. Да, да, да. Я опять пытаюсь что-то там по позиции. А тут надо просто флага рубить. Эх, ну ладно. Ермакову флаг срубил. 3 плюс 2 не то. Реал Феликс следующий. Гуру бы не одобрил. Ой, блин. Мне надо учиться флаги рубить, друзья. Вот у меня проблема какая-то реальная. У меня секунды на часах, а я думаю о том, как мне не уронить флаг. Ой, в смысле, не уронить фактор, а как мне не зевнуть ферзя? То есть вот просто ужас какой-то. Так, С6D6. Так что ли, тут играют? Уже забыл. Как здесь вообще играют-то это? С6 d6. Так, наверное. <с illnesses> не знаю. Тесно как-то. гуру бы по позиции играл бы. Ферзь Е2. Так, давайте конь Ж4. Где-то, может, преимущество двух слонов получится. Аж 3 В пульку почаще играть. Да, да, в пульку почаще. Раньше я хотя бы тренировался. Мы играли на Чес Вегасе, я помню. Был такой сайт классный, Чес Вегас. Там мы собирались, играли командные турниры. Там был классный... Интерфейс. Сергей Жигалка 20 ходов на секунде делает. Да, ну давайте попробуем как-то предходить. Предугадывать ходы. Предугадывать ходы. Так. Ага. Сейчас бы вот так вот предходнул мощно бы предходнул. Как бы я сейчас предходнул, прям ферзь h5, прям под ферзь h5. Так, все-таки предходы, как говорится, предходами, но надо и совесть знать. Так, ну, слон бьет h3, грозит. У меня еще далеко не самые быстрые руки, пишет Сергей Жигалка. Ну да, тот, тот же пингвин там, они вообще... Там, а еще есть какие-то клавиатурщики, я же слышал. Там что-то они с клавиатурой делают. Какие-то шама, шаманы, шаманы клавиатурные. Так, что же здесь придумать-то? Ферзь f3 просто взял и все мне закрыл. Ну ладно. Давайте будем работать с слонами. Свон e6. Вообще здесь, конечно, можно попробовать какую-то психическую атаку. Ферзь f7, g5, h5, g4. Вот так вот психануть. Давайте здесь c5, чтобы d4 он не сыграл. Попробуем сейчас психическую атаку. Почему бы не сделать, да? Тут вот все пешки накатили. И тут сейчас пойдет психическая атака у нас. Только не сразу. Надо коня на g4 не пустить. Надо будет h5 сыграть. Вот, конь куда идет? На d5, да? Ну и... А, нет, не, не на d5. Он идет вон туда. Надо его на пешку там напал. Нехороший человек. Нехорошая коняшка. Так. Куда конь идет? Сюда-сюда. Вряд ли. Конь е2. Да, ну что, все. Вроде бы все готово для психической атаки. H5. Коня на g4 не пускаем. Я е 1 Ферзь F7 и h5 g5, g4. Вот так вот сейчас мы будем психическую атаку проводить. давайте на предход. Как там поймешь, то ли клавиатурчик, то ли просто шпилевой. Король h1. Фер g6. Просто g4 грозим просто соперника. Задавить. Просто вот. Просто давим. Душим. Душим, давим. G4. Забрали. Все. F3 задавил. Просто задавил. Смотрите, друзья, задавил пешками. Вот она, психическая атака, которую я запланировал, и она прошла. Пешками от собственного короля. Так, Следующий соперник Демир Юмрук. Да что ж такое? Был же уже уже Демир Юмрук. Мы уже сегодня, по-моему, не раз сыграли с Демиром Юмругом. Так, сколько время? 20.19. Скоро будем постепенно, потихонечку, наверное, заканчивать. Но я ничего не зевнул. Да, это точно. Это, это правда. Так, опять лондонская система. сразу давайте вырубим этого коня. И коня на Е4. Конь d 2 ну, Вырубаем. Тут получается такая позиция, что у соперника будет плохой слон, а у меня хороший конь, по идее. Так, нет, так не надо. Пускай сам, пускай сам задавливает. Да. f 4 Видите, как попер. f 5 хочет. g 6 g 4 Ну что ж ты, куда ж ты так полез? Кто так полез? Вскрывать короля-то... Зачем так вскрывать короля? Так, отвлекли ферзя. Но как дальше использовать это обстоятельство, да? Пока никак не получается. Конь b6. Конь... Если c5, то будет c4. Поэтому надо как-то подготовить. Давайте вадя d8. Ферра g3. Меняюсь с удовольствием. У меня же эншпиль-то прекрасный. У него очень плохой конь. Ой, вернее, слон. Конь c4. Очень плохой слон. Смотрите, друзья, все пешки стоят просто на черных полях. Просто все. Как тут? Вот просто c5. Я жертвую пешку и вторгаюсь. Но вот он не берет. Хотел сказать, жертвую и вторгаюсь, а он не берет. Ну ладно. Но теперь все равно очень плохой слон. Как, как спасать пешку-то? Вот так, да? Так вот пришлось как-то еще стоять. Вот если бы конь на d5 пришел, ох, как бы хорошо было. Если бы конь пришел на b5. Так. Конь сюда, Солнце c1. Хочет меняться. Нет, не надо. Давайте так. А4. Хочет все равно меняться. Ну, давайте. Меняемся. Так, Б6. Ну, конь у меня просто шикарный, только надо короля вытащить. Все вроде бы стоит так шикарно, но... Надо как-то вытащить коня. Конь с одной стороны шикарный, с другой стороны... Надо как-то его ходом b5 подкреплять. А6, Б5, видимо, надо играть. Б5. Так. Теперь вот надо бежать королем. Очевидно, бежим королем. Бежим, бежим, бежим. Бежим, прибежали королем. Теперь вопрос, что дальше? Не пустили никуда ладью. Теперь надо перегруппироваться. Вот он не пускает. Не пускает. Так, давайте так. Так, коробка 6. Ладья 8, конь Е4. g 3. Так, ну все пешки посыпались у соперника. Все пешки посыпались. Так, ну все, это выиграно. Тут что, тут просто король подходит и все пешки забирает. Да, это абсолютно выиграно. Тут говорить не о чем. Даже если он эту пешку съест. Просто сюда так скажи только 25 секунд все равно в дрезск выиграна так. Так. 19 секунд 19 секунд так. Ах ты! Какой хитрец. Мудрец. Ай, время! А что я водю не съел? не успел. Время просрочил, но лишняя ладья. Эх. Да. Демир Юмрук молодец. Флагорубство процветает. Так, Воссер 5 плюс 0 отклоняем. А Бобурьон 3 плюс 0. Бобурьон. Поехали. Да, я 3 плюс... 3 плюс 2, конечно, я лучше играю, чем 3 плюс 0. Просто потому, что я не флагоруб. Как-то вот у меня плохо получается флагорубить. Я больше как-то именно по позиции играю. 151 зритель, 137 лайков. Давайте, друзья, до 150 попробуем догнать. Так. Я официально не являюсь никаким даже разрядником, но по факту для любителей играю довольно неплохо. На 2 2300 плюс в Рапиде. Да, это очень хороший высокий рейтинг. Тут не поспоришь. c 5 Так, давайте забрал. И Е3. Так. Почему ты меня что-то там отклонил, пишут. Кто-то там что-то кого-то отклонил. Баркофан. Что-то кто тут с кем что-то общается? Так, ладно. Здесь уничтожили. Тут защитили. Так, защитили. Все, отлично. Все вроде бы защитили. Слона 6. Не дает рокировать. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Сделаем искусственную рокировку. Вот так, искусственная рокировка. Так. Конь b 5 А что, потихонечку смотрите, ка мы соперника-то душим. Тесно ему. Тесно. Конь Е5. Интересный момент. Нет, F6. Так, здесь забрал. Подкрепил здесь. Так. Водя b 1 Что он делает? Тут же связка. Тут же связка. Все припую. Бобурьон приплыл. Солнце 6. Отдал ферзя. Ну да. Тут уже не было, как говорится, вариантов. А если так еще? Напал на слона. Слон уходит. Конь бьет Е5. Конь связан. Атакован конь. Сдался. Конь же 6 Вилка на короля и на ладью. Все. Здесь уже мы все забираем. И забрал еще и здесь обчищен. Обчищен. И пошел к королю куда-то. Король куда-то пошел, да. Ферзь g7, по-моему, мат в один ход, да? Соперник... А, нет, не мат в один ход. Ферзь g7, ладья f6. Конь e8. Ну, там все равно, короче, безнадежно. Спасибо сопернику за игру. Поехали дальше. Самсон. 1992, 3 плюс 0. черными играю. 144 лайка, друзья. Чуть-чуть давайте еще. Поднажмем. В классику у меня примерно ничейный счет с КМСами в реальной жизни. Ну, я вот тоже любитель. Был у меня первый разряд еще в 2003 году, очень далеком. Так, Самсон ушел. Хотя вроде показывает, что он, он онлайн. А, вот пришел. Отлично. Все, играем с Самсоном. И у нас шатуанская партия. Шатуанский гамбит, может, даже будет. Да, смотрите-ка, шатуанский гамбит. Или контратака Макса Ванге. Но нет, шатуанский гамбит. По-моему, в чистом виде. D4, слон D7. Слон b5, а, вернее, слон c6, bc тут играют Почему ты меня отклонил, пишут Потому что был 3 плюс 2, видимо, контроль Так, слон e7 Так, слон c5 Такой вот здесь вариант, слон e3 И Рокировка, да Слон c3 так, f6 здесь играют или нет? Там e6 пока не работает вроде бы. Давайте попробуем f6. Не знаю, работает или нет. Может быть и работает. Да, вот такая тема. Теперь идея в том, что на слон бьет f6, он конь бьет c6. Слон бьет c6, слон бьет c5. Но можно взять ладьей. Вроде бы ничего страшного не будет, если я возьму ладьей слон g5, ничего страшного. Отойду там, водя f7, например. У него уже нет белопольного слона. Так, ну а здесь мы ставим слона на d6 тогда, очевидно. Все. А, стоп, какой на d6? Тогда уже слон g5. Действительно. Так, аккуратно. Давайте ферзь f8. Так вот, как-то тонко надо сыграть. Защитить слона и на слон g5, чтобы был ход, например, водя f7. Вот так. В принципе, вроде бы все крепко. Теперь слон висит, а меняемся, просто бью. Так. Так, тут что-то какой-то спор какой-то идет в чате. Я третий разрядник. Рейтинг меньше, но я его же побежду. Так, меняемся. Отлично. Все поменяли. И здесь соперник хочет, чтобы я тоже продолжал меняться. А я не хочу меняться сразу здесь. Давайте ферзь. F6, мне кажется, это в мою пользу может быть. Потому что водя идет на e8, я выигрываю темп. Напал на коня. Я имею в виду водя d1, водя e8. Выигрываю темп нападением на ферзя. Такие мелочи, но. Конь b3. Ну что, надо нападать на ферзя. Выигрываем темп. А здесь что мы делаем? d4 пока не могу сыграть. Конь бьет b3, видимо, надо бить. Когда он аб. Да, вот аб неприятно, потому что пешка. Пешка на а7 висит на 7 висит зараза такая так что же нам придумать-то d4 только d4 пока придумывается конь e4 так теперь ферзь 5 и слон f5 а нет он не стал ничего делать он не стал ничего делать, да? Ничего не стал делать. Почему-то не стал бить пешку. Странно. Тогда давайте ферзь d5. Почему-то он не стал пешку бить. Нет ухода, слон f5 и законе f6. По крайней мере, пешку пока не отдали. Думает Самсон. Надо ладью убрать. Ферзь Е2 сыграл. Ну, снова конь f 6 Угроза какая-то. Но это не угроза. Можно c 5 сыграть. Это же на самом деле не угроза. Ферзь f 2 Так. Сон c6 пока не надо. Давайте а 6 или Вадя b8. Блин, время. Ферзь g3. Напал на пешку. И конь f6 грозит. Смотрите как. И туда напал, и туда напал. Аккуратно. 11 секунд. Ё-моё. А времени-то совсем плохо. Уже я так времени просел. Ой, не тот, не тот предход сделал. Не тот предход сделал. Я хотел взять, а у меня же 6 мышка поставила. Вот так вот, друзья, видите как. А я не тот предход получилось. Планируется возобновление плодотворного сотрудничества с товарищем немцем Нет, не планируется. Я уже очень давно с ним не сотрудничаю. Так, Нур 0506. 1622. Поехали. С5. Так, ну что, Гамбит Мора? Нет. Соперник что-то странное сыграл сразу. Странные и тесные. Ну ладно. Давайте так. И вот так. Да, тут какие-то уже проблемки серьезные у соперника. Пешку надо как-то защищать. Так, не понял. Забрал. Забрал пешку. Так, конь d5. Ой, тут что-то страшное. Ну, и тут что-то страшное. Так. Что тут? Где тут мат? Где мат? Мата нету, да? Ну, слон d3. Просто сыграл и все. Конь c7, вилка все равно какая-то, по-моему, висит неизбежная. А еще слон g5 грозит. С выигрышем ферзя. Так, слон g5. Ты чё, Кась? Я сейчас уже заканчиваю скоро. Я уже два с половиной часа стримлю. Сейчас надо. Я до 9, я как раз говорил. Так, ну что? Соперник думает. Не, ну труба здесь у черных. Что чё тут думать? Так, 143 зрителя, 154 лайка. Нур 0506. Так, ну что, слон G5 без ферзя, да? Без ферзя, без ферзя. Все ненужным сразу стало. Без ферзя. Все, ферзя поймал. В общем, тотальное превосходство в развитии. Ну, можно забрать коня. Я заберу ферзя. Спасибо сопернику за игру. Дальше. Сколько у нас время? 20.37. Еще 23 минуты, да? Ферзь бы чес. Ферзь чес. Уже был, по-моему, ферзь чес. Как они так все время повторяются? Некоторые как-то по два раза играют, а некоторые не могут ни один раз сыграть. Хрен поймешь, как работает этот вызов на личес. Ну что, еще раз Гамбит Мора. Еще раз Гамбит Мора. Значит, дальше. Вот здесь вот надо посильнее сыграть, поточнее. В прошлый раз я сыграл не слишком-то точно, не слишком удачно. Давайте Е5. Придавим. Конь теперь на f 6 не идет чем идея. Ну, конь опять он все равно играет. Понятное дело. Но здесь уже мне этого слона не жалко даже. Нет, ферзем, наверно возьму. Теперь, если он еще на f3 берет, то там по черным полям я его здесь задавлю, конечно. Поэтому конь e7. Так. Конь g6 хочет. Не даем. h6. Вот сейчас бы, как конь e4 был бы классно, а? но нету этого хода, жалко. По кодексу нету. Придется слон h4 играть и вынуждать ход g5, да? Вроде бы все так четко, грамотно делаем, но при этом пока... Все время соперник как-то меня здесь пытается подкузьмить. Попробуем с этого фланга зацепиться. Попробуем с этого фланга зацепиться. Да что ж такое, какой неугомонный, а? Какой же он неугомонный? На моих коней нападает и нападает. Так. Слон сильный. Слон сильный, тут не поспоришь. Так. Ну, как продолжать? H5, H4, слон D5. Так, Here's D3. Ну, вот крепко встал соперник, прям вот вкрячился конкретно. Слон е 7 Так, конь d4. Давайте быстренько. Быстренько здесь. Накатываем пешки. D6. Так, взял. Здесь тоже взял. Неплохо. Неплохо. А теперь король, по крайней мере, у соперника слабый, да? Ладья d1. Я d1. Так, не забываем, что как только будет меньше времени, надо быстрее шлепать. Ферзь Е5. Прям подводя Е1. Не понял. Ферзь Ф6. Ну как же не использовать это преимущество в развитии да? Ну не может же так быть, что у него все здесь складывается как надо. Как же так, а? Как же так? Получается, наша песня кончается. Так, конь f5. Рокировка. И конь g3. Еще на b2 съест. Жадный тип. Но ничего. Ничего, ничего. Да, все ест. Ничего не боится вообще. Ему как бы по барабану вообще. Все жрет. Все ест. Так, ну а мы плетем матовые сети. F5. Как же? Разве можно же так в шахмат это играть, блин, а? Должно же такое наказываться, безобразие. Как же так? Вадя бьет d5. e-d. Так, давайте h4, во-первых. Под цейтнот самое то, подкрутить. А он f4. Так, ферзь e5 пока не могу сыграть. Давайте ферзь b6. g4. Вадя бьет d5. Держи. Прилетает. Так. И что дальше? Дальше нет продолжения, да? Короче, <смех> <смех> ничья. <смех> Нашлепали капитально. Нашлепали капитально да, троекратные повторения в итоге. И слава богу, я не уронил флаг. Это ура. Это просто счастье. Не уронил. Вы в шахматы играть хотите или виртуозами в обращении с мышкой стать? Да, ну вот видите. Три лишних пешки в конце, но хрен с ним, как говорится, зато времени уронил. Так, ну что, надо заканчивать, наверное. Кто следующий? Ник Суворов. 3 плюс 0. сколько еще вызовов? Еще 17 вызовов. Еще очень много можно сидеть. И долго. Но потом я сыграю, как обычно, с самым высоким рейтингом. И все на этом. Как поживает Дима Анисимов? Нормально. Шахи надо было давать время, когда у него тогда закончилось. Но там не было шаха. Вот в чем прикол. Так, конь е4 вариант. Ах. Вспомнить бы еще, как там играют. Вспомнить бы еще, как здесь вари играют этот вариант. Ник Суворов. Так, ну g3f4 вроде здесь играют как-то, что ли? Да, g3. G3 d6. Теперь, кстати, d6 теперь нельзя бить там, потому что F в конце слон теряется на b2. Получается так, что я пешку съедаю f4 и водя e8 просто. Пешку я съем. Схряпаю пешку. конь в 3 Так, ну, взял. И что дальше? Что дальше? Что дальше? Да, берет пешкой. Так. Что, ладья d8. забавные позиции. И рокировка. Длинная. Длинная, предлинная рокировка. Сыграл интересно. Так. Рокировка длинная. Наверное, неправильно я сыграл. А может быть и правильно. Ладно, конь b6. g 2 пока нет ухода, F6. Чью это пользу будет, непонятно. Так, давайте ферзь E6. Ферзь 6 Так, пока вроде бы что-то подкручиваю там где-нибудь. Может быть, можно будет где-то что-то пожертвовать? такое чит? Так, тут читы обсуждают, когда я сажусь в так, играть. Что-то там щелкает куда-то. Так, давайте слона на b7. Конь g5. Ай. Что я так? Что я пешку зевнул, что ли? О, блин, пешку зевнул зачем-то. Как же я конь g5-то пропустил. Ох, совсем. Совсем ослеп. Ну ладно, ладьей он брать не может. Надо брать конем. Да, берет конем. Ну, ничего страшного. Ладно. Бывает. Ладья f8, тогда E6. Е6, да. Слон Б2, ферзь b 2 и там мат грозит. Неприятно. А если так. То там тоже. А, он просто на g7 возьмет. Король g7, ферзь e5, король g8 и мат. <сус> да, придется. А что придется? Ничего не придется, да? Придется все равно бить. Здесь придется качество отдавать. А, какое качество? Ой, водя бьет F7 же есть ход. Что я делаю? А он пешкой взял. Ну, все равно там же ферзь, да? Ну ладно, сдаюсь, да. В конце что-то я подглючила меня. Так, ладно. Давайте все, играем с самым высоким рейтингом. Я уже немножко начал подуставать, поэтому давайте быстренько сольемся к самому высокому рейтингу, и будем заканчивать сегодняшний стрим. Кто у нас самый высокий? 2533 Антон 1607 2001 И я еще и черными Прекрасно Вот такая вот сегодняшняя Такой сегодняшний стрим Дебют Четырех коней Дебют четырех коней 8 Так, а шесть. А, слон F4 он сыграл. Свон D6. Здесь мы меняемся. Как он сыграл конь Е2, что ли? Конь Е2. Так, ладя Е8. D4. Так вот пока на, накатывает. Напрыгивает, накатывает. Вроде бы мы уже это играли много раз. А, вами это 6 здесь прилетает. Точно. Играли много раз, зевали тоже много раз. Действительно. Фу ты. Что наделал? Да, видите, плохо играю, потому что уже подустал под конец. Уже сколько я? Больше двух часов катаю. Больше двух часов катаю. Обязательно что-нибудь зеваю. Еще какая-то жертва. Интересно. А, типа там так. Хм, прикольно. Видимо, так приходится. Да. Приходится так. Ну что ж, лишняя пешка получается у соперника просто здоровая, здоровенная, я бы сказал. Просто здоровая лишняя пешка. Может быть, ферзь b2 как-то удастся пешку одну отыграть? Вдруг удастся пешку отыграть, а? Может быть, еще не все так потеряно. Ферзь е 3 Предлагает меняться. Нехороший человек. И на 7 напал. Ладно. Приходится в защиту уходить. Ну ладно. Так, нельзя. Аккуратно. Нельзя так играть. Водя e8 хот хотелось сыграть, но нельзя. меняет шах просто да ушел да что ж такое а как он лупит а маньяк просто маньяк все, все ест у меня и доедает просто доедает Ладно. Против лома нет приема. Кроме другого лома. Без двух пешек просто остался. Боль! Боль и ужас. 7. Ну что тут придумать? Ладья e8. Он на c5 еще напал, да? Еще и на c5 напал. Что ж такое, а? Ужас. Просто ужас. Ферзь e2. Ладья e8. Ладья e7. Логично. Ничего никуда не дает мне пройти. Не дает шансов. Ну, бить надо. Что делать? Солнце 4 следующий ход он хочет сделать. И полностью окончательно меня задавить, да? Солнце 4. Нет, шах. А, шаг же. Ой. Ладно, сдаюсь. <г гл -2> да, все, друзья. Башка вообще не варит. Все, надо отдыхать. Давайте, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели. Буду отдыхать. В общем, хорош. Или пока поотвечать на вопросы, да? Давайте отдохнем, чуть-чуть на вопросы поотвечаю. Сейчас я заготовлю концовку. Жестко меня бьют все эти товарищи. Но они свеженькие, а я-то уже уставший. Так. Давайте здесь заготовим. Музыка для фона, титры. Ага, все здесь. Давайте пока поотвечаю еще немножко на вопросы. Задавайте вопросы ваши. А, так. Пру -пру -пру -пру. Где тут вопросы? Так, не отмазывайся, слабак. Так, Николас, ты идешь в бан. Как оскорбляющий стримера. А, так уже Сергей Ворончес тебя удалил? Понятно. Сергей Ворончес уже удалил. А, ну все, модератор работает, да? Модератор работает. Хорошо. Спасибо прикольные стримы вам. Спасибо сегодня два стрима было за день, фантастика просто. Я очень такую тяжелую работу провел, получается, я стримил больше пяти часов сегодня суммарно. Почему без рейтинга играете? Потому что на рейтинг есть очень многие недобросовестные, которые играют. По тихому, уже сталкивался я с этим не прикольно, когда у стримера рейтинг 1900 плюс потому что ты играешь, например, со всеми желающими а тебя обыгрывает, например, там какой-нибудь 1600 на рейтинг, и ты теряешь там по 50, по 60 пунктов за партию теперь понятно, думаю, почему а турниры мы играем на рейтинг так какие еще тут были вопросы на какой рейтинг играете? Я играю на рейтинг 2, 200 плюс Личес. Максимальный у меня был 2365 Личес. А на одном нике даже 2400 с чем-то. Вот. Так. Какие еще тут были вопросы? Клавиатурщики, клавиатурщики. Какие у вас характеристики компьютера? Ну, компьютер я брал в в прошлом году, который стоил по тем меркам 150 тысяч, сейчас этот компьютер будет, конечно, стоить гораздо дешевле, потому что только видеокарта стоила в этом компьютере 72 тысячи рублей. А сейчас эта карта стоит 30 с чем-то тысяч. У меня 3060 GeForce, но я покупал компьютер, когда были... Когда был бум майнинга, то есть когда люди, значит, когда биткоин был высокий, и, соответственно, был бум майнинга, и карты стоили очень дорого. Плюс еще был коронавирус, еще шел, и был, была нехватка полупроводников. Поспешил. Да ну нет, не поспешил. Я ведь из-за того, что я купил компьютер новый, я начал делать обзоры, естественно, гораздо быстрее. И за счет этого я начал и контента больше производить. И за счет этого я начал получать больше денег. Процессор у меня 11700 f i i7-11700F. Память 32 гигабайта. Ну и видеокарточка, как я и сказал, GeForce 3060. Память 32 гигабайта. Там что-то какой-то Kingston Hyper, Kingston Hyper какой-то, или Kingston Beast какой-то, в общем, Black. Ну, в общем, 32 гигабайта, короче. 3200 держит память, то есть Идет у меня четырехканальный режим. Работает на 3200. Четыре 4 плашки по 8 гигабайт. В общем, мне нравится тематика компьютерная. Я смотрю много компьютерных э, каналов. Там, типа. Хай, этот э, Ну, Hyper PC не смотрю, смотрю Хэппи PC. Happy PC. Потом кого еще? Бригмана посматриваю. Хотя вот сейчас очень сильно на него начали э, значит, гнать волну. Потому что он, он захотел сделать свой магазин, и получилось так, что его там что-то кто-то кинул. И, в общем, люди заказов своих не получили. Начали записывать какие-то там видео разоблачающие. В общем. Мне тоже тематика компьютеров нравится. Да, да, я люблю тематику компьютерную смотреть. А, так. Ты опять кофелин подливаешь в бокал. Что-то тут. Понятно. Так, ну, вроде бы все, вопросов больше никаких нет, хотя у вас до сих пор больше 100 зрителей, не знаю, что вы здесь делаете. Давайте, друзья, короче, прощаться. Все, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели. Завтра выйдет, наверное, короткое видео на моем канале. И пока я немножечко отдохну. Пока.